Адри, 91 год, внутренняя длина от стенки до стенки 350 сантиметров. Добрый день, сегодня краткий обзор данного каравана. Как всегда, этот караван привезен из Нидерландов, 91 год, максимальный вес 1000 килограмм, сухой вес 680 килограмм. Данный караван также имеет навес. Фотографию прицепа с навесом смотрите в заставке к видеоролику на YouTube, либо в объявлениях на Авито. Ставили близко к забору, поэтому придется делать такие вот видео не совсем с большого расстояния, так что без каких-либо царапин, трещин, весь корпус без дефектов. Это горловина для наполнения бака водой. Стоит большой бак. Значит, сразу при входе с левой стороны кухня, две конфорки, раковина, холодильник. Это будет новый фиксатор двери, поставим, потому что старый не держит. Спальное место в разложенном виде размером 1,80 м на 1,90 м. Обогреватель. Все оборудование проверено. Все работает. Значит, душевой поддон. Умывальник, зеркала, переносной биотуалет. Предыдущий собственник здесь смастерил вот такие полки. Они легко убираются. Можно демонтировать, можно оставить. Видимо, по большей части туалетную комнату использовали как склад. Небольшой прицеп, легкий, можно перевозить, в принципе, любой машиной. Максимальный вес, как я уже сказал, 1000 килограмм. И если максимальный вес вашего автомобиля до 2,5 тонн, максимально допустимая масса с нагрузкой вашего авто до 2,5 тонн, то, в принципе, категория Е к Б вам не нужна. Также помимо данного прицепа сейчас есть кип 450, есть еще
тег 450 и тег 530. Смотрите все наши объявления, звоните, пишите в комментариях. Если кого что-либо заинтересует, ответим. Подписывайтесь на наш канал. Здесь мы выкладываем наши новые поступления. Вы будете в курсе наших новых поступлений, сможете забронировать. Одним из самых первых увидеть наши новые поступления. Может, кого-то что-то заинтересует. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До свидания.